Самый мужской день в этом году оказался еще и самым ветреным. Порывы до 10 метров в секунду на высоте становились и вовсе невыносимыми. Поначалу даже казалось, что празднику в честь Дня защитника Отечества не суждено состояться. Но артисты из областной столицы все же приехали, повара наготовили каши и пирогов, и мельничная, несмотря ни на что, открыла свои ворота для долгожданных гостей. Дымящиеся мангалы и ритмичная музыка радостно зазывали салдинцев на гуляния. Поначалу желающих погулять на морозе было немного. Теплый буфет привлекал гостей гораздо больше, чем столики на улице. Смельчаки же согревались как могли. Кто-то шашлыком, кто-то танцами, а кто-то и горячительными напитками. Также помогали поднять боевой дух и патриотические мелодии. Поем дальше. Там живут и песня в том порука, нерушимой крепкою семьей. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Еще раз! Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Я вас поздравляю, у вас будет удачный год. Полевая кухня – неотъемлемая часть каждого праздника в честь наших защитников. Ежегодно на мельничной выстраиваются огромные очереди за ароматной солдатской кашей. Несмотря на погоду, нынешний праздник исключением не стал. 1000 порций горячей гречки разлетелись мгновенно. Как видите, сегодня, 23 февраля, погода оказалась к нам беспощадна. Однако, несмотря ни на что, наши мужчины, наши защитники не испугались и пришли сюда на мельничную, чтобы съесть свою праздничную порцию каши. Ветер на мельничной не утихал, но постепенно количество отдыхающих на свежем воздухе увеличилось. Кстати, не испугались мороза не только взрослые мужчины, но и самые юные защитники Отечества. А справиться с капризами природы салдинцам помог в первую очередь позитивный настрой. Погода суровая, но наши мужики же мужественные, суровые тоже иной раз. Так что погода, видимо, под стать иной раз бывает так. Погода сегодня не очень, но, соответственно, сегодня праздник. Мы сделаем эту погоду хорошей. И я хочу сказать, мужики, всех вас с праздником. Москва за нами. Солда за нами. С праздником вас, мужчины. Всего вам солда хорошего. С нами, а Москва за нами. Я так считаю. Будьте сильными, смелыми, красивыми. Удачи. И умелыми. И чтобы любимая женщина всегда была рядом. Ведь лучшего подарка для настоящего мужчины и не придумаешь. Настоящий мужчина, ну, должен быть, наверное, крепким, здоровым, сильным, защищать родину там, как говорится, женщину на руках носить. Защитником для семьи, ребенка, отважным. Добытчиком должен. Добытчиком, да. Самое главное, мужественным, без, как говорится, бесстрашным и добрым. А для таких мужчин, согласитесь, и бури не страшны. Поэтому неудивительно, что ветер не помешал празднику. Скорее наоборот, суровая погода стала в этот день особенно символичной. В общем, сказать, что праздник не удался, было бы несправедливо. Конечно, аншлага, как в прошлые годы, не состоялось. Но те, кто все-таки отважился отметить День защитника Отечества на Мельничной, погуляли на славу. И без сомнения придут сюда и в следующий раз.